Смертельное ДТП в Красноярском крае могло произойти по вине водителя грузовика, уснувшего за рулем. Об этом нашему телеканалу сообщили источники в правоохранительных органах региона. Этим утром на федеральной трассе Байкал столкнулись автобусы и грузовой автомобиль. Погибли не менее 11 человек, 22 пострадали. В рейсовом автобусе в момент аварии находилось около 50 пассажиров. Фуру сразу после удара охватил огонь. В эти минуты на месте ЧП работают 30 спасателей и 5 единиц техники. Большинство раненых доставляют в больницы близлежащих населенных пунктов. Тяжелых транспортируют в Красноярск. Среди пострадавших есть дети. На место ДТП из Красноярска экстренно вылетел самолет с медиками. На его борту бригада нейрохирургов. Трасса Байкал перекрыта. На место происшествия вылетел и губернатор края Виктор Толоконский.